Ты веди, а я... Спокойно, нас не проведешь. Я не нервничаю. Ты просто, ну, что-то ты знала. А почему вы вообще сюда приехали? Почему в Варшаву? Да мы ехали в Гданьск. Мы не ехали в Варшаву, мы ехали в Гданьск. Про Гданьск я знала много, я нашла... А на море вы ехали? Нет, не на море. Мы ехали туда работать. Ну так, да, мы, конечно, думали, что жить возле моря, наверное, хорошо, но ехали потому, что это богатый город, порт. И там нету столько танцевальных клубов. Ну и уехали, чтобы открывать танцевальный клуб. Вот. А потом приехали сюда, в первый день наш друг говорит... Мы ехали через Варшаву в Гданьск. Да, мы вышли, должны были здесь там открыть фирму, несколько дней побыть и ехать в Гданьск. В Гданьске я нашла школу для ребенка, квартиру рядом, через Google Maps, через родительские. Вот, и потом, получается, мы приехали сюда, там вечерком сели попить кофейку, посмотрели, все так хорошо, и Вова, наш друг, говорит: ребята, мне будет очень сложно помогать вам, если вы будете далеко, а я в Гданьск сейчас не могу переехать. И мы, нам так одним днем, несколькими часами пришлось принять решение, вообще, всей нашей жизни. Да, поменять город. И мы пока там жили, сняли одну квартиру посуточно. Она была занята, мы сняли тут же другую, вот так вот мы каждый день переезжали, и у нас было только трое суток, чтобы... Вы уже с сыном приехали, да? С сыном сразу, мы все приехали сразу вместе. Ребенок после операции приехал на пятый день, ну, доктор отпустил, все нормально, вот, и так мы остались в Варшаве, то есть мы не то, что там, мы в Гданьске более-менее прикинули рынок сбыта, там, в каком районе, где что, ну, то есть как-то готовились два месяца к Гданьску, а Варшава у нас была так просто вообще на ноль. Впечатление. Это получается, ты говорила, вы тут один, 13 месяцев. Ну, получается, вот 6 сентября ровно год был. Ага. Ровно-ровно. Юбилей. Ну, с одной стороны, нравилось все до тех пор, пока я не поездила по другим городам. Вот абсолютно все устраивало. Во-первых, конечно, много возможностей. Вот реально много возможностей для заработка. И больше цены на услуги, ну, на мои в частности. То есть, если я покажу, кто... ну, я работаю сейчас фитнес-тренером и там, периодически подрабатываю как фотограф. Вот. Ну и сейчас вот организовываем эти варштаты фирмовые для детей. И я, если сравнивать... Штанцы? Нет. А, фирмовые. Фирмовые, кино. И вот если сравнивать цены на все эти услуги, то на, например, фитнес... как фитнес-тренер я бы зарабатывала в любом другом городе в два раза меньше сразу. То есть, если здесь бывает там, ну, я не стесняюсь озвучивать, что иногда 100-120 злотых за час, это нормально. Это групповое? Индивидуально. Это индивидуально.